Аквапарк в Приморске уже открылся, работает. Сейчас посмотрим с вами цены. Бассейн. Здесь такой адреналинчик. Еще горки есть. Да, снаружи, конечно, кажется, аквапарк совершенно маленький. А тут довольно-таки нормальный аквапарк, даже хороший. Дальше продолжаем. Конечно, тут большой аквапарк. Есть где разгуляться. Такие вот тут горки класснючие. А мы снаружи ходим, смотрим, как бы часто приезжаем с Китона в Приморск. Нам снаружи кажется он маленьким. А тут, оказывается, такая большая территория. В общем, наверное, мы сюда приедем. Тут можно пиццу заказать. На территории есть кафешечка. Кафешечка. Тут можно покушать, выпить, закусить. Была до Приморску, в аквапарк. Все забавлявами. И до хапками. Очень много кафешечек, водички, магазинчики на территории, мороженка. Ставьте на паузу, кому интересно. Цены 4,50, 5, 3 лева. У вас тут круассаны есть. Круассанчики 4 лева, палочки 2 лева.
Тут у вас мороженое, да? Да. Мороженое, коктейли. Снимается, я тут. А тут детская зона. Горки для малышей. Для совсем маленьких деток есть. Такая вот зона для малышей. Если на два разделить. Аквапарк находится в Приморско, рядом с Т-маркетом.